Здравствуйте, я Елена Смирнова. Сегодня хочу поделиться с вами новым зарубежным буксом. Называется ClixCoin. Так, стартовал он, по-моему, вот так вот он выглядит. Сейчас кратенько расскажу. Новости нажимаю. Стартовал он недавно, по-моему, 13 марта. Так, или нет, 16 марта он стартовал. Значит, регистрация здесь простая. Вводите имя, сначала свое имя, email, пароль. Вводите капчу и нажимаете зарегистрироваться. На почту вам придет письмо, пройдете по ссылочке и активируете аккаунт. Далее переходите в аккаунт. Сейчас я зайду в аккаунт и покажу вам. Так вот выглядит наш кабинет. И что? Так, вот здесь вот у нас сеттинг. Вот есть чат такой, вот можно общаться. Люди здесь общаются, я его сверну. Так, значит, вот здесь сеттинг. Нажимаю немножко подтормаживать. Это тут ваши данные. Здесь все на английском языке, можно это все перевести на русский, как бы, ваши данные. Здесь пароль поменять. Так, далее что? Опять нажимаем сеттинг. И здесь нажимаем вот изменить BTC адрес. Вставляем свой биткоин кошелек. И сохраняем. Так, я не нажала. Угу. Вот сюда в графу вставляете свой биткоин адрес. Нажимаете на синюю вкладочку и сохраняете. Я уже сохранила. Далее здесь history. Здесь реферальная программа. Нажимаем. Здесь будут вкладочка ваши партнеры. А здесь вот смотрите. Реферал линк. Значит, вот это зашифрованная ваша реферальная ссылочка. Вот она. Это тоже ваша партнерская ссылочка. Здесь далее у вас будет такое окошко. Я уже это все проделала. Нужно ввести логин. Нажимаете на это окошко, вводите свой логин. И у вас генерируется уже вот такая вот партнерская ссылочка. Можно скопировать вот здесь на синюю вкладочку или так, как обычно. Далее, так, партнерочку я сказала. Минимальная сумма вывода 20 тысяч сатош. Значит, смотрите, Advertis, Surf ADS нажимаем. И просмотр серфинга. Не знаю, как бы вам показать. Значит, нажимаем вот на синюю вкладочку. Сейчас загрузится. Вот на синюю вкладочку нажимаем. Нас перебрасывает на страничку. Сейчас перебросит. Немножко подтормаживает. Так. Что-то меня не туда перебросило. Так, давайте я все-таки переведу. Перевести на русский. Так, заработать биткоин, серфинг объявлений. Так, вот. Теперь сюда. Загрузится. И вот здесь зеленая вкладочка. Нажимаем вот на эту зеленую вкладочку. И мы заработаем 10 сатошиков. Щелкните здесь. Щелкаю. Так. И меня перебросило. Здесь нет таймера. Таймер пойдет, вот как бы вам показать. Сейчас я попробую показать. Ой, я не... В общем, в адресной строке
пойдет отсчет таймера. Вот этого букса в адресной строке пойдет отсчет таймера. Посмотрите повыше, мне просто вам не показать здесь. Вот. Сейчас это рекламка засчитается, пройдет. Так, у меня сейчас закончатся секунды. Я не закрываю это окошко, нажимаю обратно на буксик, на этот, и нажимаем на синюю вкладочку «Проверить». Проверяю. Так, и вот зелененько появляется вкладочка, что я заработала. Это я уже второй раз кликнула. 10 сатошков я заработала. Так, теперь я могу закрыть ту вкладочку и нажимаю «Дашборд». Возвращаюсь в аккаунт. И вот у меня на балансе сейчас 30 сатошиков. Вот. И что еще я вам хотела показать? А я вам хотела, что есть здесь группа на Facebook. Я вступила в группу. Вот здесь вот на главной страничке, возможно, посмотрите. Вот группа на Facebook просвечивается. Telegram, еще какая-то штука. И есть... Ой, Telegram этот... Твиттер и вот Телеграм. Да, я вступила в Телеграм, как бы, чат. Вот, ClicksCoin. Вот этот вот чат. Вот он на английском языке, но и по возможности можно это все перевести и почитать. И вступить. Кому интересно, присоединяемся. Как наберется сумма на вывод 20 тысяч сатошиков, естественно, мы будем проверять. И делать по этому видео обзор. Ну, на этом я буду заканчивать. Вроде так я все вам рассказала. Без вложений. Ну, можно и поднасобирать сатошиков. По 10 сатошиков, думаю, неплохо. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Подписываемся на канал. Кому интересно, присоединяемся. Пока-пока.